Чебоксары вовсю готовятся к празднованию Дня города. Огромное количество сюрпризов традиционно ждет жителей и гостей столицы Чувашии. В эти выходные улицы и площадки города Чебоксары превратятся в одну большую сцену. В парках, на стадионах, набережной и, конечно, на Красной площади пройдут мероприятия, посвященные празднованию 547-го дня рождения столицы Чувашии. В пятницу 19 августа зрители увидят соревнования по игровым видам спорта среди землячеств районов Чувашии «Кубок дружбы» и личные открытые состязания по спортивному ориентированию. В субботу состоится уже всем полюбившийся фестиваль семейного творчества «Аистенок» в Центральном парке культуры и отдыха «Лакреевский лес». Там же для всех гурманов и просто любителей вкусно покушать пройдет гастрономический фестиваль «Вкусноград». На стадионе «Спартак» за Кубок чемпионов единоборств сразятся лучшие спортсмены Чувашии. Крупнейшая автомобильная выставка «Автоарена» порадует жителей и гостей столицы в речном порту. Массовые акции «Зарядка со звездой» начнется 21 августа. Фестиваль водных видов спорта «Голос столицы», чемпионат по мотокроссу, кроссфиту, летний кубок КВН Чувашии, фестиваль книги «Волжские чтения», финал конкурса «Мисс Туризм России 2016», арт-проект «Творческий бульвар». Все это и многое другое пройдет в рамках празднования в воскресенье. А завершится день рождения столицы Чувашии выступлением народного артиста России Олега Газманова и праздничным салютом.